Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Голос Отечества». С вами Екатерина Сиренко. И сегодня у нас в гостях кандидат экономических наук Роман Вячеславович Киселев. И мы будем говорить с ним о Центральном банке. Здравствуйте, Роман Вячеславович. Доброе утро, коллеги, доброе утро зрителям всем. Роман Вячеславович, вот мы, если начали говорить о Центральном банке, сначала, скажем так, обратимся к документам, на основании которых он действует. У нас, если обратиться к сайту Центрального банка, у них там написано, что они действуют на основании статьи 75, в частности, пункт 1 и 2, и федеральный закон 86 о Центральном банке, где вообще, собственно говоря, вот в 75 статье установлено, что исключительно эмиссия является, значит, эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком. Эмиссия денег в Российской Федерации другими организациями в Российской Федерации не допускается. А также защита и обеспечение устойчивости рубля – это основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую осуществляет независимо от других органов государственной власти. И если обратиться к федеральному закону, вот у них там тоже сказаны цели, задачи, то есть как вот они работают. Вот у меня вопрос такой. Каким образом все-таки Центральный банк обеспечивает устойчивость рубля? Если мы видим, вот, что доллар находится в пределах 69 рублей вот на вчерашний день, или вот эта устойчивость рубля поддерживается за счет высокого курса, то есть какую все-таки валюту они удерживают, устойчивость, какой валютой они удерживают? Ну, по 2022 году мы видели, что рубль был одной из самых волатильных валют. И это не только 2022 год, но и в 2014 году. То есть колебания были от 140 рублей за условную там единицу за какую-то. Это было в феврале месяце, в начале марта. И до 50 рублей, значит, это был уже июнь-июль. Даже та функция, которая прописана в 75-й статье и в 86-м федеральном законе, она, мягко так скажем, центральным банком, руководством центрального банка не соблюдается. Ну хорошо, вот, допустим, 2022 год мы можем в связи с специальной военной операцией какие-то сделать ссылки, но по 2014 году совершенно точно вот эта резкая девальвация конца года, это абсолютно непрофессиональные действия, то есть это все можно было, вот я утверждаю, что это можно было сделать спокойно, без вредительства, без шока, это вот если бы стояла такая задача, там, девальвировать рубль по 3%, там, по 2%, в Турции девальвация валюты там чуть не по 70% в год турецкой лиры, и прямо это сильно и незаметно. Да, это какой-то накопительный эффект есть, но страшного такого, ну как, не то что, ну какого-то там гипершока от этого нет. А когда летает в 2-3 раза туда-сюда курс, это и опять по 2022 году, ну, в 2 раза сдевальвировать при наличии резервов, при наличии валюты на счетах, это, ну, конечно, абсолютно все непрофессионально со стороны руководства. Это мы сейчас говорим ровно о том, о той функции, которая есть. Но важна, вернее, важно то, что целей и задач у Центрального банка нету ни в 86-м федеральном законе, ни в 75-й статье. Вот что важно. Вот эти вот две цели, ну и, то есть, за это на самом деле и идет борьба. Но вот я думаю, что нодовцы подкованные все это понимают, да и вообще уже все здравомыслящие граждане это должны понимать, что Центральный банк – это внешне управляемый приводной механизм внутри нашего государства.
Вот я просто еще раз хочу обратиться, вот то, что у них написано, у Центрального банка, да, я имею в виду, на сайте, вот на главной странице, если возьмешь, откроешь о банке, да, у них написано следующее. Центральный банк Российской Федерации, значит, его исключительное право на осуществление денежной эмиссии и в качестве основной функции защита и обеспечение устойчивости рубля. То есть вот они выделяют две таких вот важных вот составляющие для себя, и получается, что больше их ничего не интересует. То есть исключительное право на осуществление эмиссии. Ну, наверное, неплохо, да? Ну, вот для наших зрителей, может быть, кто не знает, вот почему и как это. Ну, как-то Расскажите, мелко, правда? пожалуйста. Ну, наверное, мелко, во-первых, а во-вторых, наверное, есть какие-то особенности, да, почему как бы нам невыгодно, чтобы эмиссию выпускал именно Центральный банк? То, что эмиссию выпускает Центральный банк, это нормально. И юань в Китае выпускает Госбанк Китая. Поэтому ну, это там называется на экономическом языке, это функция senior rush, эмиссия. Вот. Опять, вот мы здесь нет ничего нового. То есть это стандарт, это лекало в любом центральном банке. Эмиссия и поддержание стабильности. Вот мы сейчас должны подойти к тому, что в Федеральном резерве, это Центральный банк американский, он так просто называется, Федеральный резервный банк. Это, вернее, Федеральная резервная система ФРС. Там четко прописано цели и задачи. Значит, это можно найти в Википедии. Я с английского языка переводил и правил эти функции и цели добавлял, вот это, так сказать, за моим авторством. Это вообще никого не интересовало. В Википедии было то же самое, как это лабуда написано. Я даже пошагово на своем канале «Экономика Лобачевского» рассказывал, как я это делал. У меня это все прям есть во времени. Вот для меня это совершенно просто было удивительно, что никто не удосужился перевести акт ФРС и выложить его. Пусть там в Википедии вражеский ресурс, ну, все равно он информационный, и в него ходит большинство. Он самый раскрученный. Значит, там четко прописано в акте ФРС, значит, ответственность Федеральной резервной системы за рост экономики и за максимизацию занятости, или там другими словами, минимизацию безработицы. Более того, там прописана еще одна важнейшая функция, но она исключительно профессиональная. То есть, и причем она даже до этих функций конкретно прописано поддержание в опережающем состоянии роста денежно-кредитного агрегата там, или там денежно-кредитных агрегатов. Это очень такая узкая профессиональная история. Это уже как делать, как этой цели достигать. Вот. У нас не то, что про поддержание денежно-кредитного этого агрегата, у нас даже просто про банальные цели. Вот эти толком нет никакой дискуссии. И, ну, еще по-другому это называется двойной мандат Центрального банка. Это тоже такой экономический термин расхожий. Двойной мандат. То есть вот у нас мандат одинарный, то есть просто стабильность и, значит, эмиссия. Ну, это вот как на кладбище. А в акте ФРС рост прописан. Поэтому мы вот в Орловской области, опираясь на послание президента, что тоже очень важно, в 2012 году он озвучил, значит, в послании, что вот в акте ФРС есть цели роста, а в нашем Центральном банке нет. И мы конкретно опирались на эти тезисы, когда писали законопроект о дополнении целями роста экономики и максимизации занятости. Я сейчас могу там тоже вкратце рассказать. Это все в 2016 году. Важно, что это прошло в ЗАГС собрании, значит, субъекты федерации. Не важно, что там Орловская область там маленькая она или большая, это не важно, что это там не Москва, не Московская область. Важно, что эта инициатива вышла из законодательного собрания. У нас называется до сих пор Орловский областной совет, кстати. Вот, то есть у нас
по-моему, два областных совета осталось. Видимо, поэтому мы и тут, значит, советуем. И, соответственно, мы протащили, сейчас скажу, не протащили, а разработали поправку 86-й федеральный закон, причем сказали, мы пойдем пошагово, мы сейчас не будем замахиваться на прописывание поддержания роста денежно-кредитного агрегата. Это такая как бы сложная история. Давайте сейчас просто вот сделаем, как в Америке, в самой успешной экономике. Рост экономики и максимизация занятости. Вот у себя мы со скрипом, с кучей вопросов. Это хорошо, что были вопросы. Важно, что развернулась дискуссия. Важно, что люди вышли из спячки и говорят, ну да, а что тут у нас такого действительно не было? И, конечно, побаивались, что это какой-то там рядовой депутат эту инициативу выдвинул. Хотя мы это в итоге в соавторстве с Евгением Алексеевичем все это было, нашим Федоровым. Вот. То есть сама инициатива заставила первая, прям какая была история, задуматься. И по прохождении законопроекта, ну вот трезвомыслящим людям стало понятно, что система не работает на развитие государства. Ну, фактически экономическая система колониальна. Потому что в Москве этот законопроект в итоге зарубили. Вот. И Госдума его выкинула через год даже из базы. Мы получили отрицательные отзывы. То есть, смотрите, там регламент. Областной совет, комитеты, президиумы, значит, проголосовали его. Сказали, да, вот такие поправки. Естественно, мы все это все прошло юридические, все юридические отделы, которые сказали, да, действительно, этого нет. И почему бы все это не прописать? Значит, хотя бы 86-й закон. А в Москве началась совершеннейшая мистика. Значит, в конце весны 16-го года это пришло в Госдуму, и по требованиям внутренних всех регламентов, опять-таки, нужно было получить заключение самого же Центрального банка, профильных, значит, министерств и ведомств, ну и соответствующих там профильного комитета Государственной Думы. Ситуация была, естественно, двусмысленная. В пояснительной записке было прописано, что мы опираемся на послание президента. Это программный документ, и тема висела аж до осени. В итоге все это обернулось тем, что написали отрицательные отзывы вся вертикаль, начиная от комитета, министерств, ведомств и, ну, естественно, Центральному банку. Зачем ему функцию? Они себя крайне вольготно чувствуют. Они там занимаются декапитализацией банков, условно говоря, там какие-то периоды, там на какие-то просто на триллионы рублей по крайне непрозрачным схемам. И то есть слово коррупция, это в применении Центрального банка, это настолько уместное значение, вот это слово коррупция. И вот я ни разу не видел, чтобы, допустим, там в расследовании каких-то оппозиционеров, там, ну, там, навальнистов или кого угодно, хоть кто-то сказал слово о том, как уходили деньги на докапитализацию коммерческих банков в Центральном банке. А там шли триллионы, реально триллионы. Вот. То есть, конечно, Центральному банку эта функция совершенно ни к чему. Просто отвечать за рост. Вот. В итоге мы получили отрицательные отзывы, и все. И через год законы из базы Государственной Думы еще и убрали. То есть, важно то, что на примере вот этого законопроекта можно показать, как работает система. Любая здравая инициатива, рациональная, она будет рубиться. И опять-таки, вот мне там особые критики там надо спрашивают, ну вот Путин,
Но Путин эту дискуссию на самом деле запустил в 2012 году. И когда Федоров говорит, что у Путина, мягко говоря, власть, мягко говоря, ограничена. Но даже то, что он говорит, это все спустили. Это была, можно это назвать итальянской забастовкой или там какая угодно это была забастовка, но система это отвергла. И цели роста в экономике, вот сейчас у нас 23-й год, там 26-е сегодня число у нас, 26 января, цели роста и максимизации занятости у нас у Центрального банка нет. А Центральный банк – это аналог Госплана вот советской экономики. Без этого у нас вообще никакие ни реформы там положительные, ни рост, ничего невозможно. Ну вот смотрите, если обратиться в моем понимании, да, как вот я помню еще, я росла при Советском Союзе, да, и тогда базовые такие знания, да, о Центральном банке для меня, это то, что этот банк находится под управлением, например, государства, да, то есть государство, скажем так, может регулировать те действия, которые выполняет Центральный банк. Центральный банк идет как бы в ногу с государством, да, вот в одном плане. И таким образом происходит какая-то вот, ну, совместная работа. Что у нас в данном случае? Вот на сайте у них написано все красиво. Цель инфляции 4%, да. В декабре была 11,9% инфляция. А вообще, насколько вот в ногу идет Центральный банк вот с нами, вот с какой-то целью государства, или есть ли вообще какие-то цели у государства? Центральный банк идет точно в противоходе с целями государства, потому что в любом здоровом, суверенном государстве цель развития, она априори заложена. Развитие, благосостояние, все это очевидно. Но Центральный банк не хочет брать на себя функции, являясь основным оператором. А то, что можно написать много красивых слов, это для этого вот у нас куча вузов в Москве, там научат, как заболтать любую здравую идею. То есть, пожалуйста, можно приехать, получить такое образование. Лет 5 на это потратить и быть профессионалом в забалтывании. Вот как, например, у меня лежит видео на моем канале с «Экономика Лобачевского», моей беседы с ректором Ранхикс Мао на эту тему. Вот профессиональный болтун. Кстати, его вчера уже или позавчера его окончательно уволили оттуда. Там по нему был ряд уголовных дел. Он тоже был сторонником отсутствия целей роста. Ну, это можно мне на канале посмотреть. Там прям конкретно называется беседа с Владимиром Мао. Он приезжал в Орел и попал под молотки там в итоге, под аналитические. И он как бы вот сказал, да зачем эти цели роста? Да что вы думаете? Да даже если мы их дадим, представляете, это ректор Академии Госслужбы. Он мне лично сказал, это прям все на записи слышно, он сказал, что даже если мы эти цели пропишем, все равно это никто исполнять не будет. И даже слово такое употребил, легалистский фетишизм. Давайте, говорит, не будем уподобляться этому легалистскому фетишизму, все равно это ничего выполняться не будет. Представляете, это ректор Академии Государственной Службы, часть, столб системы, можно сказать. Это человек, который писал программы там 2020, ну, такие программы развития страны, Ранхикс. Ну, 2022 год был для него в крайней степени таким турбулентным, так скажем. Ну, Вот. хорошо, вот понятно, цели у них не прописаны. А вообще какие цели мы можем сделать выводы, какие у них цели все-таки вот у Центрального банка, вот действуя так. То есть по Конституции они обязаны поддерживать рубль. Значит, И то не поддерживают. Даже то, что обязаны, и то да, не ну поддерживают. не поддерживают, да, ну вроде как бы они все равно действуют в каких-то рамках закона, иначе бы. Даже вот, насколько я помню, Евгений Алексеевич подавал даже какой-то запрос, я не помню, в какой орган, да, ему ответили, что они не имеют права там каким-то образом вмешиваться в работу Центрального банка. О, конечно, конечно, конечно. Там юридически неприступная крепость, это фактически экстерриториальный орган. Прокуратура туда не может зайти. Это ящик Пандоры.
То есть они живут вообще там по своим законам и подчиняются по большому счету МВФ. То есть чисто внешне, а мы сейчас все прекрасно понимаем по ситуации, весь коллективный Запад, какие он цели преследует. Это хорошо, что мы эту историю с Центральным банком еще тогда прошли, и в любой дискуссии мы сейчас можем положить, а за что борьба-то на самом деле? И чего коллективный Запад хочет? Коллективный Запад хочет, чтобы мы не развивались, а лучше бы еще и развалить. То есть это их цели, и Центральный банк с ними все в ногу, и руководство Центрального банка всегда получало премии, призы, дипломы, новогодние подарки от всяких там, я не знаю, западных аналитических там и рейтинговых агентств, как один из лучших центральных банков вообще в мире. То есть, и причем, смотрите, это центральный банк, который, ну вот была уже информация 15 декабря 2021 года о, ну, о так называемом ультиматуме Рябкова, о том, что НАТО должно вернуться в границы 97 года. Но ежу понятно, что начинается турбулентность, и Набиуллина, Юдаева могли бы там своими головами уже подумать, и хотя бы какую-то часть денег, вот из этих 300 миллиардов, которые в итоге арестовали, это все можно было за, я не знаю, сколько, больше 2 месяцев было, чтобы перевести в юань. 300 миллиардов, все это уже как бы тема закрыта. Единственный момент, что у нас есть еще активы западных компаний здесь, или так скажем, средства нерезидентов. Но я знаю, что перед Новым годом средства нерезидентов уже начали выпускать из страны. Это тоже по сведомо Центрального банка. То есть тот залог иностранцев, который был здесь, Центральный банк потихоньку выпускает на Запад. Ну, получается, центральный банк так себе ведет вольготно. А кто тогда у него начальник, да? Есть ли у него вообще начальник у центрального банка, чтобы кто-то мог ему сказать, дать указание, вот ты действуй так или так? То есть ну, не сама же Набиуллина вот это все решает, да? То есть это, ну, как бы она все равно человек-исполнитель, она работает в этой системе, есть какие-то определенные законы. И если даже она их не соблюдает, наверняка есть какое-то вышестоящее ну, лицо, Ну, да, орган. она прекрасно понимает, что физически она находится здесь, и ситуация в Москве может в любой момент поменяться на 180 градусов, поэтому она, прикрываясь внутренними бумажками, делает так, чтобы ничего не делать для развития страны. Ставка все равно, я считаю, 7,5% в рефинансировании высокая. Я еще, кстати, тоже отдельно бы хотел сказать, почему Федеральный резерв сейчас поднял ставку. Это тоже такая, для меня это было очевидно, что они это будут делать. То есть смысл в чем? Скорее всего, вот мое оценочное суждение, что наш Центральный банк подчиняется Федеральному резерву. Потому что МВФ это все равно некий промежуточный механизм. То есть основной распасовщик это Федеральная резервная система американская. И вот эти 300 миллиардов, которые арестовали, это даже не исключено, что это был такой негласный залог. Но все равно можно было на юани перебросить. После 15 декабря 2021 года было 2 месяца и 9 дней до спецоперации. Почему она ничего не сделала? А почему юани? Почему вот, а почему все-таки не сделать именно нашу собственную валюту? Вот как вот говорит Евгений Алексеевич, почему юани-то, почему мы в другую валюту вкладываемся? Они бы Ну, тоже не это, смотрите, конкурентны. юань это некий тактический маневр. Свои валюты мы напечатаем сколько угодно. Просто для расчета у нас есть, допустим, торговый партнер Китай, Турция. Лира, она слишком волатильная, а юань даже еще с потенциалом револьвации, потому что тоже на него Штаты поддавливают и так далее. Поэтому это, ну, объективно. В итоге у нас сейчас самая ликвидная часть резервов, она в юанях и есть. Просто А нужно если... какую-то часть денег, но небольшую, держать в валюте партнера торгового. Но мы понимали уже все, уже Америка это наш антипартнер.
Ну, а если что-то случится также с юанем, да, то есть, ну, как-то заморозят вот наши, вот те же самые Ну, в юанях, вот как? с юанем по одной простой причине не случится, потому что Китай не заинтересован в однополярном мире. Китаю тоже интересно, чтобы было несколько полюсов. Он типа, ну, они на встрече Байден сказали, что надо строить двуполярный мир, но я думаю, что и так они сказали для красного словца. На самом деле, очевидно, мир будет многополярным. Ну вот, если вернуться к тем резервам, да, которых вот вы уже сказали, так упомянули вскользь, резервы заморожены. До сегодняшнего дня резервы продолжают накапливаться, продолжают уничтожаться. Вот хорошо, там в юани перевести. А надо ли нам столько юаней? Вот мы, вот вообще наша страна потребляет ли столько вот каких-то вот ресурсов из внешних государств, из внешних мест, чтобы вот потратить эти все деньги? Может быть, надо внутренний рынок все-таки поддерживать? Да, внутренний рынок нужно поддерживать. И вот ситуация, когда летом был курс 50 рублей там, за доллар и 50 там, с небольшим 52, наверное. Ну, там 51-52 за доллар, 52-54 за евро. И, по-моему, там было 6-7 за юань. 7, наверное, был курс летом. Он для нашего внутреннего производства был губителен. В первую очередь для промышленности, потому что никакого импортозамещения при 50 долларах в рублях за доллар невозможно. Это вот надо четко понимать. Я занимаюсь бизнесом, я это все чувствую кончиками пальца. И все производственники, все говорили, что при 50 рублях тут, ну, все работают в ноль. И я даже уже не говорю про экспортеров. Экспортеры при 50 рублях уже все, они были неконкурентоспособны, потому что мы же все равно продаем товары и в Азию, и еще у нас какой-то там идет часть торговли с Европой. Ну, я четко понимаю, что с Европы мы сейчас будем вообще все сворачивать. Я почему и говорю про юань. Поэтому это была такая вот прям конкретно летом вредительская политика. Даже, опять, даже для аграриев. Для аграриев просто год был, несмотря на гигантский урожай, год был очень такой финансово нерезультативный. Поэтому тут можно, конечно, радоваться, что курс там 50, и можно много чего накупить на Алиэкспресс, каких-нибудь безделушек. Но здесь надо четко понимать, что на Новый год мы получаем подарки, а в январе и феврале предприятие, на котором вы работаете, и которое, значит, направлено на импортозамещение, на внутренний рынок или там на экспорт, оно может просто закрыться, и вы можете потерять работу. Это вот если по-честному. Это вот, как знаете, вот четко надо вот понимать, что ребенку вот тоже, ну, нужно говорить, где вот край. А какой тогда курс выгоден все-таки для вообще для страны? Я думаю, сейчас курс, если там применительно к доллару там, или к евро, потом уже через кросс-курс там юань обсчитать, ну, я думаю, что доллар где-то 85, 80-85. Тогда и аграрии себя будут чувствовать хорошо, и импортозамещение будет, и лишнего экспорта не будет. Все равно экспорт будет, но он не должен быть избыточным. Торговый баланс не должен там лететь. Я вам просто простой пример приведу. Вот вы говорите, почему в юане? Потому что наш автопром совершенно не был готов вот к этой ситуации. И китайские автомобильные компании, вы можете все это на дорогах на наших наблюдать, заняли практически весь рынок. То есть это очевидно. Кстати, хорошего качества машина. Ничем не уступает европейским. Вот то, что сейчас китайцы производят, однозначно. Для них это просто супер год. Ну, отлично. Смотрите, а вот, ну, я хорошо понимаю, вот, да, вот сейчас вот текущая ситуация, можно вложиться в юани. Мы понимаем, что юани для нас как бы такой наиболее выгодный вариант. Но а каким-то образом, вот, может быть, предусмотреть в законах нужно о том, чтобы,
Вот сейчас нам юани выгодны, потом у нас через, может быть, несколько лет будет выгодно с какой-то другой валютой работать, да, чтобы мы могли это мобильно, очень легко, очень переходить. Корзина валют дружественных стран. Здесь ответ очень простой. Корзина валют дружественных стран. Но валюты должны там определенным критериям соответствовать. Они не должны быть такими волатильными, как условная лира турецкая. Ну вот да, я имею в виду, что, например, вот сейчас нам мы работаем в основном с Китаем, да, и нам, конечно, нужна, например, китайская валюта выгоднее, да, чтобы нам не обменивать там с долларом туда-сюда вот эти вот происходить процедуры проводить. А может какой-то другой страной, ну я так возьму условно там, да, я не говорю там о волатильности, там, например, тот же Казахстан, который находится рядом, да, и как правило очень много происходит каких-то вот этих вот тоже обменов там продукции, там что-то еще. И вот, например, чтобы наша корзина, да, могла вот этот вот процент содержания вот этой вот другой валюты, чтобы она могла как-то вот мобильно быть. Не так, чтобы это все долго, такая машина пока закрутится, пока согласуют, уже время ушло, и все, уже вроде как и не надо. То есть вот, ну, наверное, какие-то такие должны быть предусмотрены вот механизмы в наших законах, как вы считаете? Ну, смотрите, у нас же еще, кроме корзины валют, у нас резервы даже называются золотовалютные. То есть там часть в золоте была. Но золото особо себя там как-то не показало, оно только в конце года начало там чуть-чуть расти. А так у нас из-за падения цены на золото Центральный банк показывал снижение резервов конкретно. Потому что золото падало до 1700, даже, ну да, до 1700 падало в моменте. Поэтому золото, валютные резервы. Но самый лучший резерв, конечно, это наличие всего спектра производств по максимуму. По максимуму. То есть у меня все равно, допустим, как условно сельхозпроизводитель, в том числе, должен быть выбор. Я рискую и покупаю там продукцию какую-нибудь там китайскую. Или все-таки у меня есть альтернатива купить какой-то там комбайн или там тяжелый трактор, но местного производства, с полностью локализованным двигателем, с полностью локализованной коробкой. Все остальное это там понятно. Но и электроника, какую-то там часть, все равно ее можно заместить. Должна быть альтернатива. Нужно свой рынок заполнять продукцией и первой, и второй, и третьей необходимости по максимуму. Да, какие-то валюты вообще для излишеств, по большому счету, должна быть какие-то золото-валютные резервы. Мы не 5-миллионная страна, а с Украиной будем уже под миллионов под 180, и с Белоруссией под 190, то есть фактически под 200. Надо на это ориентироваться, и все, что нужно, мы можем производить сами. Единственный вопрос, конечно, на 200 миллионов мы вряд ли построим там заново микроэлектронику. Но в партнерстве с Китаем, наверное, можем, 100% можем. А у китайцев варианта нет. Они сейчас просто делают вид, что они там нас осуждают. Конечно же, они нас все равно поддерживают. Потому что они прошли в начале 20 века унижение от англосаксов по полной программе. Вот. А память у них хорошая. Они это ничего не забудут. Вот что-что, а память у китайцев великолепная. Понятно. Вот смотрите, еще вот на сайте Сбербанка, не Сбербанка, Центрального банка, я увидела такую интересную фразу. Банк России выполняет функцию депозитария средств Международного валютного фонда. То есть, как это вообще работает? Вот, то есть, каким образом вот эта вот взаимосвязь с Международным валютным фондом и как это влияет, скажем так, на нас, негативно или позитивно, как вот это вот вообще работает для нас? Смотрите, с Международным валютным фондом у нас есть вклад как участника, значит, и при там каких-то или годовые, или полугодовые собрания из вклада всех участников МВФ выделяются деньги для кредитования стран
по необходимости. Вот, то есть, ну, это депозитарий, это размещение. Есть еще такой финансовый инструмент, там специальные права заимствования, СДРы. Это бумага, которая ходит исключительно внутри МВФ. То есть, вот я, допустим, за хлеб не смогу расплатиться вот у себя тут в деревне этими СДРами. Вот специальные права заимствования. То есть, на самом деле, вот мы на мелких фактах, если будем концентрироваться, мы уйдем от сути. Самое важное – это отсутствие целей, которые характеризуют всю систему. И даже когда президент говорит, что нам нужно эту систему править, вся система работает против президента. И здравого смысла. Вот в чем А что вопрос. нам нужно, а что нам надо сделать, чтобы система работала вот вместе, А в вот сейчас, ногу с нами? а вот специальная военная операция, сейчас к этому она и приведет. То есть сейчас все маски снимаются с коллективного Запада, с Европы, с Америки, с НАТО. Такой супердружественный, бла-бла-бла, там какой-то военно-политической организации. Но мы же сейчас все понимаем. И потом мы, конечно же, будем делать ревизию. Нифига себе, тут у нас Запад себя снял. Не то, что маску, трусы снял, а мы смотрим и говорим: мама дорогая, а у нас закон о Центральном банке такой, что мы должны под вас плясать и вам еще бабки платить. А под трусами-то ничего нет. Было бы что? Ничего нет. Вот в чем вопрос. Вот, то есть получается, в принципе, о том, что вообще происходит, знали, но для того, чтобы, ну, не знаю, сформировалось общественное мнение, вот это вот сейчас со специальной военной операцией, вот эти вот все истории, то, что Запад, грубо говоря, показывает свое истинное лицо, да, то есть вот нам вот эти события нужны для того, чтобы какие-то изменения у нас произошли. Смотрите, вот вопрос же был не только в Центральном банке, а вообще в функционировании всей системы политической. Мы же прекрасно с вами наблюдаем отрицательный отбор. Опять-таки, мы возьмем Владимира Александровича Мао, как вот там по отчеству Александрович, по-моему, глава Академии государственной службы, это основной оператор, поставщик идей и поставщик кадров. Это тоже часть системы. Я думаю, что ну, процентов 15 по тяжести от Центрального банка. Это государственная служба. И кто там руководил? Вот сейчас его выпилили на мороз. Вот, наконец-то. И он даже, по-моему, посидел там какое-то время под домашним арестом. И это только все после специальной военной операции. То есть его мягко, как вот Евгений Алексеевич говорит, что Владимир Владимирович там против репрессий. Я считаю, что это правильно. Просто нужно дать понять, что вот вы со своими идеями отрицания легалистского фетишизма и цели роста экономики уже нежелательный субъект в текущей конструкции политической. А специальная военная операция, ну, в любом случае, просто, допустим, если бы мы написали закон, внесли, все равно бы зарубили всю эту историю. И все равно менять систему только военно-техническими средствами. Там даже такой термин, он мелькал, он такой прям вот очень точный. Военно-техническими средствами. То есть всю систему сразу надо уже форматировать. Мобилизация сейчас идет. Народ совершенно по-другому смотрит. Либеральные иллюзии у многих ушли. Но остался там у какой-то минимальной части вот этот вот эти, ну, пацифистские сопли. Ну, сейчас вот они на Украину посмотрят, какие там пацифисты. И какой там был потенциал агрессии изначально заложен. Ну и, соответственно, как это аватар Украины, а на самом деле кто управляет, тоже всем очевидно. Соединенные Штаты Америки. Это мы так коллективный Запад называем, но все равно все идет туда. Это основной оператор. Штаты. Ну, то есть правильно я понимаю, вы хотите сказать, что вы говорите о том, что управление все-таки тем же самым Центральным банком, всеми другими органами осуществляют Соединенные Штаты? 100%. Ни Банк Англии, ни Европейский центральный банк, а Соединенные Штаты Америки. То есть И они являются нач...
Да, и стоящие олигархические круги за Федеральной резервной системой и вообще за все политические конструкции американской, то есть большие деньги, которые сами себе печатают, сами себе значит, на эти деньги строят авианосцы, влияют. Ну, то есть все чинно и благородно, все как и должно быть. Ну, то есть вот как раз центральному банку команды, как себя вести, грубо говоря, и все те функции, которые у них прописаны в законах, именно выдает, Соединенные Штаты Америки. По узловым частям, да, но на тактическом уровне что-то здесь, в Москве, конечно же, можно, потому что Эльвира Сахипзадовна с Ксенией Юдаевой, они находятся физически в Москве. И они сейчас смотрят, конечно, эту историю с Владимиром Мао и еще с Константином Корищенко и думают, что делать-то? Вот реально, они сейчас сидят и думают, унесем мы ноги, отсюда. А куда нести-то там? Где-то их ждут? То, конечно, если они получали звание самых лучших там, центральных банкиров за, там, от институтов американских, условно говоря, конечно же, их примут, все, они прекрасно свою функцию выполнили. Ну, если даже вот вспомнить там примеры, те, которые там у нас уехавшие артисты. Да, которые здесь тоже получали достаточно хорошие вознаграждения, и потом они, уехав отсюда и поливая грязью нашу любимую родину, отечество оттуда, они все-таки там не имеют таких преференций, как у них было здесь. А то же самое, ну, я думаю, что они понимают, что если даже Набиуллина, вот если ее, ну, она уйдет или ее уйдут, как говорят. Неужели она не понимает, что там ее такого вот шоколадного места не будет ждать все-таки? Я думаю, как раз она сейчас и колеблется. Вот она думает, да, даже если там ей что-то гарантирует, она думает, а настолько ли порядочно американцы поведут по отношению к ней за всю ее хорошую работу. Это мое оценочное суждение. Я вот просто, я за нее додумываю. Есть ли у нее эта уверенность? Потому что, ну это же, понимаешь, все это чужая юрисдикция, счет он виртуален, сейчас он есть, завтра его нет. Недвижимость она тоже. Институт недвижимости такой зыбкий. Вот, Ну да, поэтому она даже сейчас думает. вчера буквально Сергей Лавров, вот выступая после там переговоров в Анголе, он даже у него такие были фразы, потому что западные товарищи, которые нам совсем не товарищи, да, они пользуются вот теми колониальными своими методами, и они могут в любой момент предать тех союзников, с которыми они вроде бы как договорились, обмануть, предать, то есть это в их нормальных правилах, это нормально. Конечно, Говорит, конечно. Они за людей поэтому... не считают. Они за людей не считают. Ну, даже вот если говорить о той же Набиуллиной, да, которая получила награды, и если она даже туда приедет, какой-то там вроде как получит, она же все равно будет в тех же, скажем так, каких-то определенных оковах, да, она будет связана по рукам и ногам и будет какие-то функции выполнять наверняка, такие, которые, возможно, ей не нравятся. Нет, нет, нет. В отрыве от должности главы Центрального банка, она там уже никому не интересна. То есть, пока она здесь, да. А все, она же в зону риска выйдет, если туда Ну, то есть решит, правильно я например, понимаю, остаться. что если, например, даже вот поменяют Набиуллину в Центральном банке, то ничего не Ничего не произойдет. поменяется. Нужно менять статью Конституции 75-ю, и от нее уже править 86-й федеральный закон. Я хочу подчеркнуть обязательно, вот, если там экономисты профессиональные, кто понимает глубоко в этих делах, обязательно нужно прописать точно так же, ничего не изобретать, как в акте ФРС. Поддержание роста денежно-кредитного агрегата. Это легко разобраться, что такое там все эти М1, М2, М3, М4. Почему денежный агрегат М3 американцы исключили, а в Банке Англии агрегат М4 остался? И а не надо ли дополнить М5, М6 и М7 условно и сделать подсчет коэффициента монетизации
Через нормально, вот, то есть там уже есть история не только с поддержанием роста некого денежно-кредитного агрегата, но и через коэффициент монетизации влиять на рост. Ну, то есть там более-менее технология понятна. То есть ничего нового. Мы не предлагаем ничего нового вообще. Давайте сейчас хотя бы основные узловые вещи. Ну, скорее всего, что это будет, когда уже будет, ну, совсем пик, и власть будет меняться, значит, и, соответственно, будет править Конституция уже так конкретно, в части там 75-й, но ее, естественно, надо править не только там в части 75-й и другие неизменяемые главы, о которых нодовцы все прекрасно знают, 13-я, 15-я статья и так далее, вот. Ну, там первая, вторая глава достаточно сложно поменять Конституции, поэтому... Ну, это понятно. Но я почему говорю про 75, потому что я все-таки как бы экономикой и Да. теоретически, и практически, у меня профессиональная деформация, так что имейте в виду. Все нормально. Смотрите, в конце 22 года был опубликован доклад Центрального банка, в котором они там прописывали перспективу возврата заблокированных активов. Они, кстати, ее отметили как крайне низкое, что активы не будут возвращены. А, кроме того, я обратила внимание на то, что там было... Они прописывали... Там правило какое-то было, которое они, скажем так, ужесточили требования к банкам по поводу их активов, что-то Нормы там... резервирования. Нормы резервирования. Да. Они регулярно их закручивают. То есть есть еще там один, значит, аватар американский, это базельский комитет в Швейцарии. Вот он разрабатывает нормы резервирования при кредитовании. То есть они у нас просто неподъемные. То есть у нас настолько заскорузлая вся эта система, что вот. И наш центральный банк бежал впереди планеты всей, там, с Базелем 3, прям первый, а он архи. Ну, то есть это все снижает денежное обращение, да, скорость обращения денег, все эти нормы резервирования. И вот они опять там о своем. Ну, то есть она все равно пытается сидеть там на нескольких стульях, или Сахибзадовна. Но сейчас самый важный критерий, выпустит ли она деньги нерезидентов из страны. Это пусть занимаются правоохранительные органы этой истории. Есть такая задача стоит, значит, как-то сбалансировать арестованные 300 миллиардов теми активами нерезидентов, которые находятся в стране, за этим надо тщательно следить. А кто должен за этим следить? Есть у нас органы, которые за этим следят? Ну, смотрите, я бы не хотел на эту тему там сильно как бы дискутировать, но, наверное, правоохранительные органы. Там, не Ну, знаю, Совет хорошо. Безопасности должен думать. Ну что, смириться там с потерей 300 миллиардов, ничего себе, это же не 3 миллиона тугриков каких-то. Это серьезные активы. Но на самом деле, получение права на рост и на суверенную эмиссию, у нас она тоже сейчас привязана, не пойми к чему, на суверенную эмиссию под товары, под активы, находящиеся внутри. Нам эти 300 миллиардов это так, это семечки. На самом деле суверенитет Центрального банка и завязанность на рост и как в условном Китае, это позволит стране двигаться темпами роста там близкими к двузначным. Да даже ну, это будет даже не близкими, это будет однозначно двузначные темпы роста. Даже я вам даже вот скажу, что экспортных доходов там от углеводородов. Я сейчас, кстати, тоже еще можно одну маленькую ремарку такую сейчас скажу по политике Федерального резерва. Опять-таки экономисты, кто этим интересуется, должны сейчас вот видеть одну историю. ФРС поднимает ставку, она уже там 4,5, наверное, сейчас ее поднимут до 5, хотя инфляция в Штатах снижается, цены на топливо вернулись к кризисному уровню, там сейчас галлон с 4,70, там с 4,80, с 4,50 упал до 2,50. Ну, есть там у них какие-то отдельные, значит, перекосы, там вот яиц у них нет. У них яиц в магазинах нет, представляете? Выяснилось, что у них яиц нет.
не там сейчас везут контрабандный из Мексики. То есть в целом у них ситуация нормальная, стабильная, но ставку они все равно планируют повышать. И 4,5% это архитяжелая нагрузка для бюджета американского прежде всего, потому что они долг в 30 триллионов, они же его обслуживают. И рост ставки, он там неподъемным бременем. Но они все равно сейчас подняли ставку, и через ставку они пытаются всю мировую экономику сократить, потому что все завязано, понятно, на Федеральный резерв. Цель какая? Здесь тоже надо четко понимать. И что должен делать, какие контрмеры должен делать наш Центральный банк? Понимать нужно то, что они пытаются сократить экономику мировую, и, соответственно, спрос на углеводороды тоже сократить. И наше предложение углеводородов за скобки. Вот цель на самом деле поднятия ставки американским федеральным резервом. Вот чем вопрос. А тут уже должна Юдаева думать, там, вот думать, я не знаю, может она это делать там, с Эльвирой Сахипзадной или не могут они. Как этому противодействовать? Вот этому моменту. А они А точно знаешь, могут прекрасно противодействовать этому. ну, если они, скажем так, выберут линию за отечество или не за отечество, все будет зависеть от того, получается, да, то есть какую они выберут сторону, согласно того, и они будут действовать. Вот мы можем, наверное, это так расценить. А если вернуться вот к тем ужесточенным правилам, да, которые по отношению к резервов банков. А вот как это может повлиять на вообще вот на работу банков, да, вообще на Сокращение кредитную массу? кредитования. Сокращение кредитования. То есть нашим гражданам будет меньше предлагаться кредитов, либо, может быть, процентная ставка будет увеличиваться, да, если, допустим, спрос, когда, как это, как экономические законы, когда спрос увеличивается, рождает, там, предложение А, уменьшается, то как цена. навредить, как руководство Центрального банка прекрасно знает. Это их учить не надо. Но вот чему я могу их точно научить, вот лично могу научить, это глубокому анализу денежно-кредитных агрегатов. Вот это 100%. И у нас даже есть общие знакомые, прям наши близкие знакомые, и Эльвира Схибзадовна, как бы вот у нас прям мы достаточно близко друг к другу стоим там, через определенных людей. Я могу ей показать переписку. Я свои аналитические выкладки там, по движениям рынков, по всем раскладам, там одному человеку писал, ее знакомому. Вот. И я ничего, конечно, там в открытые источники выкладывать не буду, но Эльвире Сахипзадовне не могу показать, что я разбираюсь, ну и что я один из лучших аналитиков в этой части. Так что жду запроса от Набиуллиной и от Юдаевой. С Юдаевой, кстати, тоже есть. У нас там прям совсем общие, близкие товарищи. Понятно. Понятно, это замечательно. Вот у нас еще очень часто возникают такие вот выражения, да, что Причем, мы. я, вот смотрите, я прям сейчас через вас и говорю, что я специально всю аналитику держу в переписке, чтобы это не было голословно. Ну, это на самом деле правильно держать какие-то аргументы, да, чтобы это показать. Не просто так на словах. У нас же словам давно уже никто не верит, а верят именно каким-то там И я тему с бумагам, да. прогнозами, я тему с прогнозами несколько лет назад завязал. Я, значит, давал определенные там прогнозы, и потом сказал, не-не-не, это совершенно никому не нужно. Вот, но я храню все, то, что пишу, у меня все четко сохранено. Ну вот Но если. в любом случае, пусть Эльвира Сахипзадовна задумается, почему американцы из статистики убрали денежный агрегат М3. Это отвечает на массу вопросов вообще, именно по методологии. А если, например, мы попросим вас рассказать вот эту методологию, почему? То есть вы можете это нам рассказать в эфире? А у меня в общих чертах, значит, это есть на моем канале «Экономика Лобачевского».
Я там как бы рассказываю, как я, значит, сделал определенные допущения в расчете коэффициента монетизации и, ну, просто объяснил, что наша страна жесткая, недомонетизированная экономика. Это такой тоже, это сложный к пониманию термин. Ну, как сказать, там денег не хватает в стране. Это вообще, ну, для обывателя это неподъемная нагрузка. Но вот тем не менее, у нас нехватка денег в экономике до сих пор. Но она нехватка, потому что центральный банк регулирует этот эмиссию, Да, через Базель, да, через им Базель, невыгодно это. через Причем кредитование, да, эмиссия через каким кредитование. образом происходит? Каким образом? То есть мы отправляем на экспорт и таким образом вот на Под основании вот валютную этих данных выручку, под да, валютную выручку. под А если бы у валютную нас была выручку или, эмиссия? смотрите, и под накопленные активы, то есть она может эмиссия быть сразу, или, допустим, сейчас идет своп сделки из Фонда национального благосостояния, там идет переток из Министерства финансов в Центральный банк и наоборот, то есть там, ну, меняются строчки, и под это идет эмиссия. То есть у нас условно на какие-то были валютные резервы в Фонде национального благосостояния, сейчас просто меняется с Центральным банком местами, и возникает некая там эмиссия. Вот и все. Ну, а вот Рублевая, надо рублевая. ли нам, чтобы вот хорошо ли для нас, вот, чтобы эмиссия была именно вот под эти вот внешнеторговые сделки, а не внутренние, например, производство, внутреннее производство, все, что внутри производим, и под это выпускать Важно, чтобы было эмиссию. и под одно, и под другое, и еще под авансирование роста. И под проектное финансирование тоже. Ну, то есть То это есть было все даже учтено, да, в этот проект? финансировать, смотрите, да, финансировать нужно не только то, что есть, но только, ну и то, чего пока нет, но, опять, термин проектное финансирование. Китайский Госбанк научился с этим прекрасно работать. То есть, А если опять-таки. обратиться, например, к экономике каких-то стран, да, вот какая, грубо говоря, какой пример можно привести, если как вот эмиссия, где вот Китай. максимальный вот эти Китай, да? Китай, да. То есть тот механизм эмиссии, который у них имеется, это самый лучший как бы вот для нас вот на сегодняшний день. В текущей ситуации, да. И у них даже формат не какого-то там независимого центрального банка, как у нас, и как тот же ФРС, а там конкретно Госбанк, заточенный на рост. И он вообще там на самом деле подразделение Министерства финансов китайского. Ну а как должно быть у нас? У нас кем? Вот кому Также должен подчиняться? То есть он в Министерство итоге финансов. к этому надо, да, ну, в любом случае сначала должна быть лошадь, потом телега. То есть цель роста должна быть экономики. У нас должны быть программные документы, Конституция, федеральный закон, где должно быть прописано. А потом уже все это дело будем выстраивать. Там на какой-то год-два можно еще оставить Центральный банк как некий независимый орган, там условно. Но он должен быть не просто там, кто-то должен назначаться и информировать Госдуму раз в год, но он должен быть подотчетен за цели. Поставлена задача там обеспечить 25% рост экономики там в 2024-2025 году. Будьте любезны отчитаться. Не отчиталось? Высечь А в должен он нести столовой. ответственность, Центральный банк должен нести ответственность, должен каким-то образом подчиняться именно внутренним органам нашим, вот имея в виду Обязательно, стране. обязательно, обязательно, обязательно. И опять-таки, нам нужно сделать некий симбиоз в нашем новом эмиссионном центре между Федеральным резервной системой, между Федеральной резервной системой и Госбанком Китая. Вот и вся история. То есть взять все лучше оттуда и оттуда. Но с китайцами сложнее, они и статистику прячут, и все там как бы тяжелее. Американцы, кстати, тоже сейчас, я думаю, что эти цели роста, если они не дураки, сейчас уберут у себя и скажут: да ну, нам это и не надо было. Вот. Чтобы наши сомневающиеся тоже потом начали сомневаться. Вот вообще этот вариант не исключен, что они цели роста у себя уберут. Но все равно будут делать все, чтобы их экономика росла, и через экспансию, естественно, они управляли там всеми остальными.
А какая вот у нас ставка рефинансирования вот в идеале для, вот для нашей жизни, чтобы она была комфортна для производств, для людей, для жителей? Да, но она должна быть там до 1%, исключительно для обслуживания каких-то транзакций в коммерческих банках. И на самом деле лет через 5, 7, 8, 10 все равно все придет. Но это что-то тоже надо понимать, что, ну не знаю, может быть там не через 5, но в какой-то более чем среднесрочной перспективе наличие там банков, каких-то филиалов, это вообще будет не нужно. Все это заменит скрипты, программное обеспечение и так далее. То есть это все уже будет на другом технологическом уровне, на цифре. Аналитика уже совершенно на другом уровне. То есть там не надо собирать кредитный комитет. Сейчас все в цифре видно, сейчас все прозрачно. Кто, что, как, какой бизнес. То То есть есть это может эти грамм... автоматически все считаться, то есть это вот вообще, то есть это такая цифра, которую... К этому 100% придет. 100%. А какой вот уровень инфляции вообще может быть? То есть для нас комфортный? Вот смотрите. Вот есть такое, допустим, там, такое явление природное, там, засуха. И в связи с засухой вот, в мире может быть какое-нибудь там недопроизводство сельхозпродукции, как это было в 2010 году. После чего началась череда революций, там, Египет, Тунис, помните, да? Там снесли правительство, а снесли их ровно потому, что зерна на всех не хватало. У них основной источник питания – это вот мука. Я помню, с чего это начиналось, а предвестником это была засуха у нас, в Российской Федерации. То есть можете там погуглить. Да, была такая серьезная засуха, и нам впритык хватило там для внутренних нужд, у нас экспорта практически не было, и вот страны пострадали. Цены могут колебаться на определенную продукцию в силу каких-то объективных обстоятельств. Сегодня недопроизводство, там, условно, урожайность там, той же пшеницы 30 центнеров, а следующий год лимитирующий фактор осадки там, превысил все мыслимые нормы, как, например, был прошлый год, по всей России. И мы собрали там, под 145 миллионов тонн пшеницы. А на потребление нам внутреннее нам нужно, там, я не знаю, наверное, 75-80 от силы. То есть, представляете, какой у нас экспортный потенциал? Соответственно, цены вниз. Я вам скажу, что в этом году цены на пшеницу значительно ниже, чем в прошлом году. Потому Ими что пшеницу. хороший урожай, да, Потому получается. что хороший урожай. И деятельность центральных банков на это вообще никак не влияет. И первое, что нужно, это производить. А чтобы производить, естественно, тоже нужно финансировать. И спрос, и кредитование, и так далее. То есть нет, в сельском хозяйстве у нас, кстати, в полном порядке, если бы Эльвира Сахибзадовна еще бы не подмахала у нас сельхозпроизводителей в прошлом году низким курсом. Потому что, ну, основные аграрии сработали там в ноль и в минус. То есть год был тяжелый. То есть урожай большой, а из-за курса никто ничего не заработал. Так вот, по-нормальному. А получается, центральный банк, он все-таки должен точно так же учитывать вот эти вот все интересы сельхозпроизводителей, да, и то есть он должен регулировать вот этот курс для того, чтобы сельхозпроизводители, те же самые, если мы про них говорим, Вот могли смотрите, да. в период как раз своей, вот когда сбора урожая, продать выгодно для себя вот это вот полученный урожай. Да. И момент еще какой немаловажный. Вот сельское хозяйство опять возьмем. Такое-то вещь приземленная. Оно развивается очень сейчас успешно за счет субсидирования ставок. То есть из бюджета субсидируется ставка коммерческому банку. То есть то, что не сделал центральный банк, там не снизил ставку до там, 3%, до 2%, это вынужден добирать федеральный бюджет, эти деньги дает. Это первое. Второе. Это программа льготного кредитования. Также там есть программа субсидирования покупки техники, там, субсидирование покупки элитных семян, много чего.
Опять-таки, это идет из бюджета. И строчка очень приличная. Лучше эти деньги отдать на инфраструктуру, там, на развитие какое-то, но понизить ставку. То есть она базово должна быть низкая. Вот вы говорите, какая она должна быть? Она должна быть очень минимальной. А у нас бюджет латает дыры, которые искусственно создает наш центральный банк. У нас бы и все остальное развивалось, как сельское хозяйство, если бы ставки были низкие. Вот все, вот пример. Дали ставки, дали какие-то минимальные программы развития, и все, и мы экспортеры. То есть это же тоже надо четко понимать. Вот наш министр сельского хозяйства Патрушев, он молодец, все тут как бы может отчитаться. Ну, он говорит, что аграрии в 2021 году зажирели, в 2022 году они да, так чуть-чуть должны подсдуться. Так это его позиция. Ну, наверное, для 2022 года, да, может быть, эта логика и работает, скорее всего. Получается так, что вот у меня сложилось вот впечатление, что вот, ну, где-то если убывает, то значит где-то должно прибывать, да, если Центральный банк своей политикой как-то вот так делает, что у нас у людей убывает, да, там у тех же аграриев, у предприятий за счет вот уменьшения курса и так далее, то где прибывает? У Центрального банка? Прибывает у китайских экспортеров в Россию. То есть, если у кого-то убыло, значит, соответственно, у кого-то прибыло. Вот и вся история. Здесь все просто. То есть мы отдали кому-то рынок. Из-за курса. Вот вы меня конкретно спросили, если она, допустим, курс держит 50. Курс 50, значит, импорта много. Значит, у нас кто-то лишится рабочих мест. И, соответственно, и предприятий, и доходов. Да, и еще по поводу валютного курса. При 50 рублях свести федеральный бюджет будет нереально. Опять, курс должен быть в районе 85, может быть, даже и там 87, 88. Это нужно будет уже там по итогам смотреть. То есть это важный фактор. Вот точно может Центральный банк на курс через эмиссию рубля влиять совершенно спокойно и создавать нормальный фон для производителей и уже и для всего населения, потому что ну, производитель не живет в отрыве от всей страны. Также люди ходят на работу к этому производителю внутреннему. Мы должны бороться исключительно вот, то есть за внутренние протекционистские меры, так скажем. А вот история с бюджетным правилом, да, вот и вот с той стоимостью, которая у нас ограничена на наши ресурсы при продаже, там, ну, с учетом санкций. Вот как это работает вообще? Бюджетное правило у нас, я так понимаю, оно там занимается отсечением стоимости, да? Ну вот расскажите вам как специалист. Это раньше так было, сейчас ввели бюджетное правило чуть другое, а то бюджетное правило, которое было до 2021 года фактически, там был, значит, установлен курс 40 за условную нефть. Все, что свыше, эти нефтегазовые доходы как раз уходили в резервы ФНБ. То есть они в развитие не пускались. Но это Немало как того, раз что... вот причина, почему резервы до сих пор еще накапливаются, правильно? То есть вот эта Ну, стоимость выше. смотрите, сейчас Центральный банк статистику стал прятать. Я так понимаю, что все-таки прячут от западных наших партнеров. У нас фактически по 2022 году дефицит бюджета. То есть у нас сейчас бюджетное правило, оно и включаться не будет, оно виртуальное. Я говорю про то бюджетное правило, которое было. Сейчас ситуация другая, она подвижна. Мы можем по 2023 году только в конце года поговорить, когда мы там получим реальные цифры. Чтобы включать бюджетные правила, нужно сначала еще федеральный бюджет свести без дефицита. Это тоже возможно. И курс доллара адекватной ситуации. И там, неважно, там доллар это просто курс там, иностранных валют, кросс-курса там, к тому же юаню. Он должен быть адекватным, он не должен быть там 6 или 5 юаней за рубль. Он должен быть 10 сейчас. Тогда мы сможем, нормальная экономика может дышать, развиваться, и нам надо сейчас переориентироваться на азиатские рынки. Они огромные. И по углеводородам, и по машиностроению даже, и по
металлам и по аграрке, по всему. И даже по IT. Но как Экспорта. все-таки сейчас работает бюджетное правило? То есть есть вот, ну то есть хорошо, я понимаю, что дефицит бюджета, Бюджетное правило но... работает, когда бюджет профицитный. У нас он будет сейчас дефицитный. Сейчас пока эту дискуссию я предлагаю до конца года отложить. Может его включить, может не включить. Оно пока не работает. Его нет. А вот ограничение стоимости вот в связи с санкциями. Ну, это как раз американцы хотят ввести прямое бюджетное правило, чтобы не отсекали, а чтобы вот эти $40, там, или 50, сколько сделали, потолок цен. То есть, на самом деле, мы с этим потолком цен и работали всегда. То есть, вот, это, да, потолок цен, который американцы ввели против нас, это раньше называлось бюджетным правилом. И еще вот я хочу там тоже один момент сказать, что вот у нас были года, когда федеральный бюджет сводился с профицитом, и у нас умудрялись наши финансовые власти деньги, с трудом накопленные в федеральном бюджете, вносить в устав Центрального банка на докапитализацию коммерческих банков. То есть, условно, отбираем у пенсионеров, у малоимущих, у социалки, и опять даем Центральному банку, у которого функция эмиссии вообще-то, это его основная функция. А мы тут крохи эти собираем, собираем, и опять Центральному банку, который в итоге через нормы регулирования там не уследил в 2014-2015 году, там условно есть банк открытия, в докапитализацию которого там чуть ли не 4 триллиона ушло рублей. А Где они? Что? для чего они это делают, эту докапитализацию? О, это пускай правоохранительные органы разбираются. Потому что в балансах банков внезапно образовались дыры. Это вот куда смотрел надзор Центрального банка, что там дыры по несколько триллионов. Там открытие. Один банк только открытие. Ой, слушай, там такое, там такая интересная вселенная. Марвел отдыхает вообще. И Игры престолов, и все что угодно. Но опять-таки, ни слова называемые оппозиционеры не сказали плохого в сторону Центрального банка. А более того, что родная дочь Муратова, но новой газеты, работает пресс-службой у Эльвиры Сахибзадовны. То есть это точно такой же Центральный банк, внешне управляемый орган, как и ФБК Навального. Все то же самое. Это одна команда. И идеологически, и в плане подчинения. Вот. А закон мы наш в Орловском областном совете в соавторстве с Евгением Алексеевичем Федоровым тащили ровно для того, чтобы вот этого понимания было больше. Что любая здравая идея, она все равно в Москве зарубится. Вот этот закон, вот он сейчас, ну, скажем так, вот в том виде, вот его хорошо, его зарубили. А если его сейчас снова запустить, вот как вы оцениваете шансы этого закона? То есть пропустят. Эскалация конфликта увеличивает шансы к возврату к этому закону, и мы его можем доработать, можем расписать, что все-таки как промежуточный вариант Центральный банк независимый, а дальше надо приходить к Госбанку. Что значит, что он независимый? От здравого смысла он независимый. Это он очень условно независимый. Он независим от нашей страны сейчас. А на самом деле он ой как зависим, потому что, опять-таки, вот Федрезерв, он вроде формально независимый, но там прописана функция, что комитет по открытым рынкам должен там еженедельно там, или ежемесячно отчитываться, сколько рабочих мест создано. Если мало, то снижайте ставку. Если много, там можете как-то там подрегулировать. Там есть цели, которые увязаны. И независимость, да, это частный фактический институт, который, ну, Федеральный резерв, он учрежден коммерческими банками. Ну, то есть тут понятно, стоят олигархи американские, но все равно у них задача работать на развитие страны. Но нам, у нас это точно не прокатит, эта история. Нам надо идти по китайскому варианту, с Госбанком в итоге приходить. И независимость это только промежуточный этап.
Смотрите, если вернуться к бюджету, вот мы говорили про то, что у нас сейчас бюджет будет дефицитный, да, и у нас бюджетное правило не будет работать из-за того, что бюджет дефицитный. А если, например, ставка, не ставка, а курс доллара выше, да, у нас все равно же бюджет рассчитывается, исходя из расчета там курса доллара. То есть, если у нас, например, доллар там в пределах 85, как вы говорите, какая вот идеальная стоимость, тогда в таком случае у нас бюджет будет уже не дефицитный, а профицитный, и тогда таким образом эти излишки у нас все равно в резервы попадут. Смотрите, по 2023 году с большой долей вероятности просто при 85 мы сведем к минимуму бюджетный дефицит, но он все равно будет, скорее всего. И его нужно там или через ОФЗ, либо через какие-то другие инструменты покрывать. Но при 50 рублях за доллар у нас просто будет очень большой дефицит. А при 85, ну, может будет 0, может быть небольшой минус, там не страшно. Все А, то есть равно американцы, что бы профицита ни не делали, будет. нет, Профицита профицит не не. будет. Никаких шансов. Я хочу сказать, что вот что бы американцы со своей ставкой ни делали, потребление углеводородов они не сократят все равно критически настолько, что это вот прям нас там срубит в два раза нефтедобычу там и так далее. Да, какие-то проценты мы будем падать, потом ситуация будет подстраиваться. Китайцы сейчас очухаются от всех этих ковидных ограничений, и экономика рванет так, что мало никому не покажется. А они потребители прекрасных углеводородов. Вот. У нас вот тут как раз в чате появился вопрос и спрашивает Марина, повышение доллара это выгодно нам? То есть, Повышение курса доллара. да, курса доллара имеется в виду, я думаю. Я бы вообще сейчас уводил дискуссию потихонечку уже в сторону юаня. Про доллар надо вообще забывать. И использовать его, я не знаю, как уже такой сувенир. Можно сказать, ну да, у нас была когда-то колониальная система, а это был проходной билет в страну, метрополию. Вот к этому надо приходить. И надо настраиваться на юань. Может быть, помните бытность Обамы? Обама ездил в Китай и несколько раз, по-моему, 2 или 3 раза он ездил. И цель поездок у него была основная – это револьвация юаня. Твердый юань к доллару не устраивал. То есть был просто в Штатах колоссальный дефицит торгового баланса из-за юаня. Нам тоже слишком крепкий рубль, но он везде нужен баланс. Везде нужен баланс. Я не говорю, что там доллар нужно сделать 200. Хотя от нашего центрального банка можно всего ожидать. Сейчас какой-нибудь будет качок, и они сделают ставку 30 и доллар 200. Без вообще вот, безосновательно совершенно. Еще вопрос тут от слушателя. Профицит, что это значит? Расскажите, Профицит – пожалуйста. это превышение доходов над расходами. Но когда мы говорим про профицит бюджета, это имеется в виду, что бюджет больше, чем запланировано расходов, правильно? Ну, есть статья доходов, есть статья расходов. Разница между доходами и расходами – это и есть профицит. А если расходы больше, чем доходы, соответственно, дефицит. Спасибо. Ну, я как бы попросила вас это уточнить, потому что я Ну, понимаю эти термины. Для зрителей, для наших, конечно, не все это понимают, и поэтому это попросила можно вас. легко, легко загуглить, тут Да, как бы ничего да. сложного вообще. Вот еще такой вот вопрос. Мы говорим, что мы платим дань, да? Но нигде, ни в одном документе мы не увидим это слово, что там дань, да, и какого-то прямого такого. А как мы ее платим вообще? Вот эта так называемая Орловская инициатива с законопроектом о дополнении функциями центрального и целями, функциями и целями Центрального банка Российской Федерации, это и есть основной, значит, такой, ну, инструмент показать, что мы платим дань. Если нет цели роста, а какие-то другие, значит, мы не развиваемся, соответственно, платим дань.
платим дань прежде всего умными людьми, то есть у нас ученых, программистов, их просто покупают, потому что здесь ничего не развивается. То есть если страна не развивается, даже японские ученые и программисты устали от застоя искусственного, который, кстати, американцы после 80-х годов создали, и они сейчас едут работать в китайские технопарки. То есть они едут туда, где рост. То есть без роста все абсолютно бессмысленно. Я, кстати, тоже вот хочу сказать, что, скорее всего, что Федрезерв какой-то там перспективу будут исключать, чтобы никто не мог на них ссылаться, на это, ну, на акт АФРС. И дискуссию уже, кстати, опять как вот такой пробный шар затеяли на Всемирном форуме там, экономическом в Давосе. Там кто-то из спикеров сказал, а вообще, а нужен ли рост? А нужен ли рост? То есть это вот уже все, это все с ними понятно. Это все, это ложные цели, это отвлечение. Сейчас вот они поняли, что дискуссия, вот мы сейчас с вами об этом говорим, что у них есть рост, а у нас нету, это очевидно. И они сейчас обязательно это будут убирать. Вот запомните это. Вот 100% вам, я это дело гарантирую. Ну хотя, конечно, тут сейчас ситуация может ускориться, вообще тут сейчас может все перевернуться вместе с земной осью. Те резервы, которые мы, скажем так, складываем в кубышку, уничтожаем, а это является своего рода оплатой дани, вот в том виде, как мы имеем в виду. 100%. 100%. Потому что это не тратится на внутреннее, на развитие страны. Это же можно было бы на эти 300 миллиардов, представить, сколько можно было бы построить инфраструктуры. Дорог, железных дорог, мостов, какой-то там социальной инфраструктуры там в России. Это деньги такие немалые, 300 миллиардов. А мы их там зажали в кулачке и отдали этим просветленным людям с капиталистского холма хранить. Ну вот эти 300 миллиардов, они заморожены, а остальные резервы, они вот у нас сейчас уже там больше 300, там порядка, по-моему, 500, 500 с чем-то, вот насколько, 560 было. А вот Нет, 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 остальные... это 300, это в 500, это в 590 там, ну где-то вот у нас в районе там чуть меньше 600 миллиардов, 300 это заблокированные, Так, а остальные? Мы остальные их 300 можем это, как-то использовать или нет? конечно, 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 мы их и можем, мы используем, и через внутренние операции там все перебрасываем сейчас на финансирование А дефицита механизмы эти бюджета. работают действительно, вот как вот они, потому что... Конечно, да. Ну, конечно, все работает. Все работает. Ну, опять-таки, вот это то, что не арестовано, это золото и корзина валют других, в том числе юань. У нас юань на 100 миллиардов, по-моему, даже, наверное, уже больше. На Ну, 100 то есть миллиардов долларов вот эквивалент. эти резервы, которые мы откладываем, вот центральный банк их вот просто положил, или он куда-то вот эти деньги вот, не знаю, Разместил. Вот. инвестирует, разместил. Лучшее слово разместил. Юани просто куплены. Ну, то есть Юани все-таки как куплены, и золото тоже физическое. Золото чем-то физическое. обеспечено, да? Чем-то обеспечены вот эти вот резервы эти, не просто так бумажки, которые напечатаны, порезаны там потом и уничтожены, грубо говоря. Нет, ну конечно, смотрите. Юань это тоже даже не бумажка, это запись электронная. Но мы можем на эту электронную запись в Китае купить машины, спецтехнику и так далее. Кстати, я вам хочу сказать, что сейчас просто с Китая огромной массой идет и строительная, и дорожная, и сельскохозяйственная техника, и даже просто грузовые машины. То есть они заинтересованы тоже в нас. Просто потоком идет. Вот можете посмотреть по улицам, сколько сейчас китайской спецтехники. И мы же выбили с рынка американцев фактически. Джон Дир условно ушел, ну, какие там эти китайские названия, они там трудно произносимые. Они зашли и прекрасно работают. То есть мы сейчас оглянуться не успеем, что, вернее, не что, а оглянуться не успеем, как произойдет смена западных брендов на азиатские. И я хочу сказать, они ничем не хуже. Да, и дешевле гораздо.
Ну, местами и дешевле еще, кстати, да. Да. Ну, отлично. А вот у нас уже время эфира подошло к концу, и нам еще нужно успеть рассмотреть статью Конституции. Я напоминаю, что у нас есть рубрика, где мы читаем каждый эфир по одной статье Конституции. Сегодня у нас статья 98. Я ее зачитаю, потом вы прокомментируете, как вы ее понимаете. Статья 98. Два пункта. Первый пункт. Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. И пункт второй. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, соответствующей палатой Федерального собрания. Ну, вот такая вот статья. Просто нам нужно понимание, как вообще, что вы понимаете про эту статью, и вот, может быть, какие-то по ней комментарии, другие замечания. Смотрите, здесь ничего из ряда вон выходящего нет. Иммунитет депутатов и сенаторов, он не только в России, это нормальная история, потому что, так вот, если брать в чистом виде законотворческий процесс, это дело серьезное и связано там и с рисками где-то, и с контрдействиями там со стороны там каких-то олигархических групп, которые могут, ну, каким-то образом там и через правоохранительную систему влиять на тех же там депутатов или сенаторов. Нормальный механизм иммунитета, он в мире широко применяется. Даже, кстати, опять-таки, в Китае тоже есть у депутатов там Народного собрания Китая все то же самое. Ничего нового. Они тоже с определенным иммунитетом. Опять-таки, но если что-то серьезное, уровень генерального прокурора по представлению, ну, если там какое-то бытовое преступление, что-то очевидное, понятно все это. То есть я бы тут даже на этой статье Конституции вообще не зацикливался. Здесь ничего такого принципиального нет в этом. Это нормально. Хорошо. Опять-таки, вот даже при Сталине он писателей держал там, Подмосковье в Переделкино, писатели, там, филологов, философов, он держал. Ну, нужно было создать определенные условия для творчества. В законодательных органах, естественно, тоже это все нужно каким-то образом обеспечивать. Там какой-то уровень статуса и материально, чтобы там депутаты, сенаторы там не рыскали, там, где отпилить денег какой-нибудь там транш какой-нибудь от чего-нибудь. То есть они должны быть защищены. Хорошо. Спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Может быть, Время нашего сумбурно эфира. там где-то местами, но то, что по Центральному банку мы говорили, это такая вещь, ну, такая, там узкоспециализированная. Я не думаю, что это большому количеству интересно наших сторонников. Вот. Ну, мне кажется, даже кому интересно, они все равно посмотрят и попробуют разобраться вообще во всех вот этих нюансах, потому что, ну, на самом деле, это, наверное, наша основа экономика. Мы каждый Но это день цифры, сталкиваемся с экономикой. это все скучно, это трудно доказать, что в этом вообще ключ развития закона центра. Вообще это все очень тяжело для восприятия. Представляете, вот сейчас уже 23-й год, а закон с 2016 года. И так скажем, запроса со стороны общества очень мало на эту тему, ну, со стороны людей. Чем Потому американцы что пользуются, кстати? Потому что это сложно. повестку, потому что эту не продавливают, а мы ее пытаемся вот теперь вот немножко продавить. Вот, поэтому я вас еще раз благодарю за участие в эфире, за интересную беседу. На самом деле очень интересные ответы. Очень многое для меня тоже лично прояснили. Вот, поэтому спасибо большое еще раз. Вот, я на этом наш эфир заканчиваю. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо, спасибо большое. До свидания.